Доброе утро, друзья. Вот тот самый долгожданный час. И первый, конечно, вожак. Да, вау. Первый день в парке, конечно, куда без любимых львов. Ой. Привет, ребята. Всем привет, я человек-лев, Олег Зубков. Я снова человек-лев, вот, а не арестант Зубков. Закончилась моя экскурсия, очередная, к сожалению, в тюрьму, дорогие друзья. Вот, но хорошо, что все быстро заканчивается. Вот, и после решения Верховного суда Республики Крым, апелляционной инстанции вчера, вот, я думаю, что это дело уже пойдет в законном, конструктивном порядке. По-прежнему, возвращаясь к уголовному делу, которое было, хочу сказать всем, что зоопарки являются объектами повышенной опасности. И когда вы их посещаете с детьми, то прежде всего, конечно, думайте о себе, о своих детях. Но и не в последнюю очередь думайте о тех, кто создал эти парки, что... Сегодня, получается, вот мой пример говорит о том, что профессия директора зоопарка становится опасной. Можно вот так за чужую беспечность оказаться, потерять семью, потерять свое любимое дело и оказаться в местах лишения свободы. Это хорошо, что Верховный суд Республики Крым состоит из профессионалов высшей пробы. Я не перестану говорить слова благодарности той коллегии, которая вчера рассматривала это непростое дело, хотя, наверное, простых дел в Верховном суде не бывает, но все-таки зоопарковская специфика, она требует своей практики, определенных знаний, которых нет, потому что зоопарков в России очень мало. Вот таких зоопарков, как Тайган, вообще нет ни в России, ни в, так сказать, в Европе. Это парк первопроходец во многом. Вот, и разобраться в трудно прописанном законодательстве российском, регламентирующем работу зоопарков, совсем непросто. Да? Вы посмотрите, как он передавал запах ваш всем львам. И они не поднимались. Он к каждому подошел и мордой потыкал после вас. Спасибо, коллеги Верховного суда, за то, что вернули меня к жизни и вернули к своему любимому делу. Спасибо всему составу Верховного суда за мудрое решение. Вот это он благодарит. Тюрьма — это не для меня. Я больше принесу пользы и обществу, и всем здесь на свободе, в своем любимом парке, в своем любимом деле. А мне кажется, они легли и ждут урок. Он такой: папа, только мой. Да. И все лежат, никто не поднимается. Как будто он только что прошелся по ним, сказал, что сидите. Ну, вот. Да, хороший. Хороший, хороший. Хороший. Да? Ну что, пойдем. Чука. Еще успели застать красивую осень. Сзади. Он подозревака, как всегда, сзади. Здравствуйте. Очень рад за вас. Спасибо большое. Спасибо. Вдох.
хороший. Скажи, папа, вожак сказал, не подходить никому. И все как на уелке лежат. И мудрый вожак. А еще я хочу сегодня, в первый свой день, как в парке, конечно, поблагодарить всех вас, дорогие подписчики каналов Татьяны Алексагиной, канала «Человек Лет». Вот, всех тех, кто остался неравнодушным к нашей беде, к моей вот такой вот посадке очередной. Вот эта поддержка очень была важна, вот ее чувствовали, все чувствовали, вот и я в том числе, безусловно. Спасибо за подписи, и хотя чисто по формальным причинам суд не смог их приобщить, потому что не стояли даты там, вот, но суд обратил и увидел внимание и поддержку тех многих тысяч россиян, которые их поставили. Поэтому... Вам там, ну, может, кто-то из охранников хотя бы говорил, вот какая поддержка идет извне. Да, она чувствовалась из каждого утюга, что называется, понимаете? Из каждого, с каждым, кто встречался, там, врачи или охрана, все передавали, конечно, слова поддержки. Главное, они не понимали. Люди, проработавшие в тюрьме, да и сами заключенные не понимали, почему директор зоопарка оказался в тюрьме. Вот, и понимали, что это недоразумение скоро закончится. Ну, что, собственно говоря, и произошло. Вот, поэтому еще раз спасибо Верховному суду, потому что иначе пришлось бы ждать следующей апелляции, кассации, вернее, а это еще несколько месяцев, и тогда была бы надежда только на кассационную инстанцию. Ну, мы договорились, друзья, тайну открою Олегу Алексеевичу, что об адвокатах мы говорим, поговорим позже, но все-таки вот вряд ли бы Верховный суд разобрался, если бы не вот такая тщательная работа адвокатов. Конечно, адвокат. Особенно работа, Валентины. Она проштудировать дело, найти все эти несостыковки, найти процессуальные нарушения. И, к счастью, судья Борисенко их наделал достаточно много, поэтому моим профессиональным адвокатам не составило труда разбить этот приговор, что называется, в пух и прах. Вот. И сейчас при новом рассмотрении, безусловно, все, на что укажет Верховный суд Республики Крым, уже будет учтено судом первой инстанции. Вот многих интересует вопрос, у вас не было 3 месяца, вы не заходили к ним. Ну как вот это чудо можно объяснить, что он подошел, лег, всем передал ваш запах, все львы лежат, никто не поднялся, никто... Ну вот они понимают ответственность момента. Есть феномен Олега Зубкова, есть человек-лев, дорогие друзья, и я буду оправдывать это звание еще долгие-долгие годы и надеюсь радовать вас всех. Спасибо. Друзья, есть человек-лев и есть его львы. И я вам хочу сказать от себя, их нельзя озвучать. Это то, что и объяснить невозможно. Но вот посмотрите, понимаете, 3 месяца. Щука, ты молодец, ты держал свой прайд. И, конечно... Оксана Олеговна.